Ребят, всем привет! Клиент попросил записать ему видео перед отправкой о том, что его сборка готова и работоспособна полностью. Она называется Zeus PC 900U, и внутри у нас легендарный FX8320 в паре с GTX 1050 Ti на 4 гигабайта и 16 гигабайт оперативной памяти. Также у нас корпус с боковым каленым стеклом. Подробнее про этот корпус, кстати, можете посмотреть по ссылке. Наш обзор. Кулера здесь меняет подсветку, полностью регулируется, множество очень режимов. И также клиенту отправляется этот монитор LG 24 дюйма IPS с фрисинком. Естественно, тестируем маячок, который бесплатно мы кладем во все сборки. Ребят, всем спасибо, пока!